Дорогие женщины, милые дамы, от всей души хочется поздравить вас с настоящим весенним праздником, Международным женским днем, 8 марта. Хочется пожелать вам цветов, улыбок, чтобы любимые мужчины о вас заботились и носили на руках. С праздником вас! Любимые женщины Дальневосточного федерального университета и Школы гуманитарных наук, поздравляю всех с Международным женским днем. Желаю вам здоровья, любви, удачи. И самое главное, чтобы ваши оклады с каждым годом, с каждым 8 марта только росли. В общем, дорогие женщины, преподаватели, учителя, студенты, вы у нас самые-самые лучшие. Студентки, да. Вы у нас самые-самые лучшие. Мы тут живем, учимся, делаем науку, пытаемся волонтерить, организуем мероприятия только-только ради того, чтобы достигнуть чего-то, чтобы чего-то стоить в ваших глазах. Поэтому прошу вас, оставайтесь такими же добрыми, красивыми, любимыми и будьте, так сказать, всегда рядом с нами, чтобы нам было к чему стремиться и ради кого жить. Благодарю вас. Любимые наши девочки, мама, жены, дочки, сестры, все те, которые нас окружают. Мы все вас очень сильно любим. Я надеюсь, что в этом году мы вас будем меньше расстраивать и больше радовать. Меньше печалить вас всякими заботами, своими болезнями, расстройствами. Пусть этот светлый праздник сохранится на целый-целый год. Милые, дорогие, уважаемые сотрудницы университета, студентки, позвольте мне поздравить вас с этим замечательным женским днем, пожелать вам удачи, любви, семейного счастья. И пусть всегда вас радуют голоса малышей, ваших детей, внуков. И пусть как можно меньше невзгод и каких-либо разочарований будет в вашей жизни. Вы так нам нужны. Дорогие женщины, с праздником вас! Любим, уважаем и очень-очень ценим. Целуем вас!